органа глаз, лучи и пятна света, колышется и тает паутина сна. Я не был там, пришло откуда это? И почему же так влечет меня туда? Мелькнула мысль и спряталась, ушла, улиткой в раковине затаилась, чуть растревожив душу, утекла. А может, даже мысль во сне приснилась. В том странном мире все мне непонятно. Он ярким маревом дрожит передо мной, и не пойму, мне горько или приятно, коль зыбкий сон присыпан рыжей хной. Вопрос был задан, в воздухе повис, и тут же вдруг растаял, растворился. Вдыхаю запах, горький кипарис, но почему опять он мне приснился? Откуда музыка тревожная звучит и грусть со дна души вздымает? Кем тронута струна? Еще дрожит, звук вдаль уходит и в тумане тает. Там факелы мерцают и дымят, процессия бредет, ползет, качаясь. В ней лиц не видно, только тени в ряд. Все вдаль уходят молча, не прощаясь. Мысль смутная трепещет и дрожит, но нить ее вновь ускользает, рвется, лишь кровь настойчиво в висках стучит, то сердце в странном ритме бьется. Как юноша сумел тот чудный мир создать? Волшебник-музыкант с душою умудренной. Как смог прочувствовать и в красках передать всю связь Земли с Вселенною огромной? Какая сила кисть его вела, чья магия со звуком цвет связала, мерцанье звезд направила в глаза, что вдруг волною нежных звуков стало, своей музыкой картины пропитал, создав свой невозможный мир из сказки. Оттенки света, арфы звук впитал, звучанием рая он насытил краски.
Боюсь, что в сказочном, но зыбком сне ведет мелодия дорогой тайной к раю. Добро и зло откроются там мне, но как найду я путь домой, к родному краю? Такое ль знание мечтаю получить, коль не смогу ни с кем им поделиться, в раю прекрасном наслаждаться, жить и вечно этой вечностью томиться? Сто лет назад художник и поэт пропел нам песню о чудесном рае, но знал он, что туда дороги нет. Лишь в памяти мы рай тот сохраняем.